Пойдем, поговорить надо. Пацаны, блядь, заебали скулить, блядь, как тёлки. Ёпта. Монтаж из миллиона дублей. Я мандячить сегодня не буду, потому что времени нет. К завтрашнему дню не успею. Хотелось бы залить к завтраму. Да и влом. Да и погода дрянь, как ты видишь. Надо поговорить. Серьезно. Меня вам сбить хотят. О, испанцы. Это, пацаны, кто последний раз орал из тачки на кого-нибудь? Куда, блядь, прешь, блядь, пешеход ебаный? Вон учитель у пацанов. Он едет, я полдороги загородил. Они там машут такие, о, привет, чувак. Ладно, у нас серьезный разговор. Так, народ. Так, чуваки и девчули. Погода дрянь. Что-то шел по привычке к океану. У меня такая привычка выработалась. Как видео снимать, так и к океану нужно идти. Ну, понимаю, что я туда иду? Мы сейчас не на вид будем смотреть, а меня слушать. И слушать херовым звуки, потому что микрофон я не взял, забыл. Народ, я прочитал первые там десяток комментариев. И там было пару процентов хлама, который как бы сразу утили. И процентов, наверное, 30 пацанов, которых я узнаю в комментариях, кого-то недавно, кого-то достаточно уж давно. И вот это была старая скулёжка главная. Вот это, як было родили. И я хочу, ребят, вам рассказать одни вещи. Не то, что рассказать, я хочу сконцентрировать ваше внимание. Потому что вы не болваны, вы все сами понимаете. Ребят, просто вы часто забываете. Ребят, я хочу вам напомнить ту вещь, что в старой хате домашнюю атмосферу создавала не плесень и не паутина. И то, что в старой хате сделали ремонт, и наконец-таки в ней появился сортир и горячая вода, и тебе не нужно зимой срать на улице. И умыться ты можешь, не из ковшика, там разбив лед поверху. И появился этот комфорт, это не значит, что пропадает в старой хате атмосфера. Потому что в этой старой хате будет та атмосфера, которую создают ее жильцы. Как бы не менялась она в плане инфраструктуры. Это хотел я сказать момент номер раз. Момент номер два. Про вот эту песню пенсионную. Я краней было лето. А сейчас нет. Ребят, я понимаю, что вам нравился какой-то, может быть, мой распиздяйский стиль. Но он никуда не делся. Он никуда не делся, он есть. Вот. И понимаете, какая штука? Если мы остановимся на уровне жизни в тарифе, и разговора ни о чем через слово «хуй», то мы человек 10, которые когда-то сюда пришли, и у которых вот это валит, эта пенсионерская ностальгия, что ранее было лепей, да, и нужно оставаться вот в том ранее, они, конечно, останутся. Но вопрос не в том, что не придут новые.
Вопрос в том, что нахера я это все делаю? Потому что это нахер не надо, ребята. И это не надо, если не происходит некой жизни, эволюции. Я буквально неделю назад, я где-то делал видос, я вам говорил, что там, где не происходит изменения, там, где не происходит трансформации, это значит, ты находишься в могиле, чувак, ты умер, если ничего не меняется. Вот. И смотрите, какая штука. Касаемо момента, касаемо, скажем так, хуемонтажа, да, то есть, да, там, да, концентрации мата и монтажа кинематографичного. Ну вот, что я хочу вам сказать, ребят. Наверное, даже к тем, кто, кого я так категорию шлака, там, которые там начинают там сразу примерять меня, да, там, под денежные единицы, да, вот, наверное, к ним это тоже пусть как бы полезно будет узнать об этом. А, смотрите, ребят. Я смотрю, кто-то меня сравнивал с Кейси Нейстас. Мне нравится стиль Кейси Нейстас. Копирую ли я его? Знаете, тут два будет ответа, два правильных. Ну вот, я могу сказать, что не копирую. Это правильный ответ. Сказать, что копирую, ребята, мы с Кейси Нейстасом копируем методику подхода монтажа Jump Cut, который был вообще придуман очень давно, который активно показал в кинематографе Аронофски. Вот. И Кейси не скрывает, что он смотрит на Фрэнсиса Копполу, на Квентина Тарантино. И я тоже смотрю, но на работы. И мы смотрим на разные методики и подходы. Но я сейчас говорил не о Кейси, я говорил сейчас о том, почему... Как я снимаю, от чего я снимаю. Ну вот, приведет ли это к деньгам? Может быть, приведет. Это, я думаю, это неплохо, но это не приоритет. Знаете, почему, что стало приоритетом? Я смотрю, почему я привел пример Кейси Нейстаса. Это один из немногих блогеров, кого я там, ну нет, нет, посматриваю. Не смотрю, посматриваю иногда, у меня чуть-чуть моча в голову заходит, я там парочку роликов в месяц могу посмотреть. Ну и не только Кейси есть, еще есть ребята. Знаете, почему? У меня изменился монтаж. Потому что я открываю ролик чей-либо, и я смотрю на релакс. Он мне прям, знаете, как это, как сквозь масло вообще. Он мне заходит, залетает вообще. Я на расслаблен. Расслаблен мой мозг, мои глаза, мои уши. Понимаете? Потому что все скомпоновано таким образом, что им не нужно делать дополнительную обработку. Ушам не нужно пытаться там... Вот через там пердеж чего-то непонятного услышать, что ж там происходит. Интересно же, блин, ну ни хрена не слышно, да? Вот. А мозг мой с ума не сходит, потому что все логично связано. Глаза мои не устают, потому что, ну, картинка читабельная. И сам мое сознание не устает, потому что там нету вот этого Макса, который там... Ну, ладно, как бы... Ну, невозможно. Коротко было тогда сделать этот видос про Solar-систему. Невозможно. Но, тем не менее, что-нибудь можно подобное. Например, когда ты служишь, господи, что, боже мой, там, да, там, 20 минут какого-то, блядь, жевания. Да? Но, ребята, вот по чесноку, я сам свои видосы смотреть не могу некоторые. Большинство, ладно, признаюсь честно. Ну вот, и знаете, вот какие я видосы смотрел, которые мне прям залетали. Вот, он не там особо не было хорошего монтажа, да там практически не было монтажа, там было просто подрезка лишнего. Вот, но было очень много динамики, много изменений, это большой серф-трип. Мы его анонсом смотрели, там 40 минут ролик, даже я это самый нетерпимый мой зритель. Я больше всех вас ненавижу смотреть свои эти затянутые ролики, но даже я такой, ух ты, блядь, 40 минут пролетело, не заметил, да? Вот! Мне нравится смотреть такие ролики. Мне в кайф смотреть такие ролики. Так если мне в кайф смотреть такие ролики, почему я должен хотеть вам давать какое-то унылое говно, которое затянуто, которое, что нужно декодер ставить там, не знаю, там, и шифровальщиков в бригаду, чтобы вообще понять, о чем там. Возможно, там хороший смысл, возможно, там полезная информация, возможно, там красивый вид. Но у тебя постоянно как бы взрывается то башка, то уши, то глаза, то... Ой, господи, ну,
там, это, когда этот автобус уже приедет, да, когда мы уже доедем до конечной точки. Вот. Я хочу сказать, что изменения неизбежны. Ну, в моем мире. Я не знаю, в вашем мире, возможно, вы такие готовы как мумифицироваться, как Ленин. Вот у Ленина все, изменений больше не будет. Вот с какого там года, там, 20 какого его там, вы мумифицировали, все. Вот он уже, считайте, 100 лет без изменений. Я не могу так. Я не могу, мы и так долго, как бы, ну, в таком формате без изменений. Вот сейчас я тоже понимаю, что я уже, блядь, стянул. Я уже себя не смогу смотреть, да. Вот, поэтому изменения, они, это хорошо, пацаны, не ворчите, не будьте бабками, вот. Слово «хуй» мы будем применять. Ну, а, кстати, вот об этом я тоже хотел сказать. Вот при моей вот этой беспардонности, да, замечал, может быть, кто-нибудь, да, что присутствует какая-то странная этика, да, то есть где-то я понимаю субординацию, да, где-то я веду. Я помню, когда ко мне подписчики некоторые приезжали, более консервативные, там, с женами, семьями, они такие прямо, я видел в глазах это испуг настороженности, да, типа, а как он сейчас вообще вести себя будет адекватно? Вот, и такие, фу, вижу, отлегло у них, когда я там, когда я разговариваю литературным языком, на будьте любезны, слово «хуй» не применяю, такие, фу, вижу, там, откусила я хамелок. Надеялись не зря, а то сейчас, думаю, жену перепугает. Ну, то есть, вот эта тема. Вот, и я понимаю, мне неоднократно писали, я вменяемый человек, я понимаю, что разные системы, как бы, жизни, но и... Слово «хуй» мы можем на стримах использовать, к примеру, да? Либо, ну так, либо в стримах для спонсоров. Вот. На самом деле, другой момент. Для меня вот какой-то уместный мат, уместная некий такой выброс энергии в кинематографе даже, он мне, для меня срабатывает, и для всех вас он срабатывает. И не пиздите, что он срабатывает. Срабатывает даже, когда он там загашен. Да, но мы уже... Первые ноты уловили, связь, то есть он нормальный, он также срабатывает, точно так же срабатывает. Но вы смотрели последние мои видосы, вы видели, что вы видели там, какой-то мои сборы утренние, да? Ну вот, мои сборы утренние там на пробежку, ну вот. Там, знаете, сколько там было этих сборов? Там, не знаю, 15 секунд, вот. А восприняли вы их как вот полноценный процесс, там, как я там, ага, умывался, одевался, чистил зубы, готовил кофе, пил водичку, одевал кеды, выбегал. Что вы думаете? Видео 15 секунд. То есть это так вот работает. Ну, а ну, для вас это вы не устали от этого. Вы ощутили весь процесс, и вы от этого не устали. Поэтому я как бы, я не говорю, что я не перехожу на литературный язык. Ну, нахера мне это надо? Зачем мне нужно жить, если я должен жить как-то по каким-то правилам? Но для меня сейчас, если я буду пытаться стараться идти в ритме практически каждодневного влога, да, для меня и так будет жизнь непроста уже. Но просто я понимаю, что не везде это нужно. И не всегда это нужно, и не в, как, ну, в каком количестве это нужно. То есть такой момент. Вот. Но я как бы не собираюсь как бы, начинать видосы с выражения «Вошли все нахуй!» Да? Вот. Но и вы их не за это смотрели, не пиздите. Вы не за это их смотрели. Увидимся, Махасаран!